Praise God. Слава Богу. Все проснулись? Okay. Hey, let's give the Давайте еще поаплодируем. Let's let the dance team know how much we appreciated their ministry. Can we do that? Их нету. Давайте поаплодируем, там еще кто-то танцевал. Yes. Сами себе. Amen. Yeah. One of the reasons that we're doing the Art of Hearing God here this weekend. Причина, почему мы делаем обучение искусства слышать Бога вот на эти несколько дней. It's because in the near future, потому что уже в недалеком будущем, we are going to establish a Streams center of ministry in Chernomorsk. Мы хотим начать именно служение вот потоки, да, Streams служение утвержденное будет здесь, оно как бы иметь офис в Черноморске. Yes. And it will be identified as one of the international centers of ministry for Streams Ministries International. Да, мы потихоньку будем его как бы развивать как одно из интернациональных служений именно по как слышать голос Божий. And so if you think that you might have interest in being a part of that, и если вам будет интересно быть частью этого служения, one of the requirements at this conference would be. Go ahead. What are the requirements? I'm going to tell it after you say that. И одно из стандартов для того, чтобы быть участником этого служения, is that you've got to join the dance team on one of the worship sets. Это быть частью танцевального служения вот во время прославления. No, нет. But one of the requirements would be this. Но один из стандартов будет такой. You need to make sure that you do download the manual. Вам нужно будет скачать все обучение к себе или распечатать, либо иметь его у вас на носителях ваших. And that you either have it. Но не в голове только. You either have it on iPad or laptop. В вашем компьютере, в вашем приложении, там типа ваших на таблетках никто не сидит, конечно. Or print it. Либо отпечатано. Because there will be a lot of assignments and exercises in the manual. Потому что там описаны обучающие уроки или же задания, которые там есть. Нужно будет выполнить. That we will not be able to do this weekend. Эти задания мы не сможем исполнить вот за этих два дня. But you will need to have done them on your own. Вам нужно будет их сделать самим. In order to be considered to be part of that training. Чтобы можно было вас даже рассмотреть как часть данного служения в как мы называем Streams Ministry. Yeah. Это потоки. So I want to encourage you to do that. Я вас ободряю это сделать, так что посмотреть и быть внимательным на этих занятиях. Okay, let's move quickly. Давайте будем дальше двигаться быстро. We're going to talk about the revelatory ministry graph. What is this number? Chapter. I don't know. That's not where I lost it. I can't read Russian. I don't know. Где-то мы уже потерялись, да? What does that say? Диаграмма. Да. Диаграмма служения откровения. Is that it? Yeah. Okay. And what this graph does is it shows us our pathway through prophetic experiences. Диаграмма служит для того, чтобы посмотреть, как мы движемся в пророческом направлении, то есть возрастании. And so when we think about functioning in revelatory ministry, there's basically two ways in which it functions today. Как мы понимаем это служение, откровение, оно служит как бы в двух направлениях. Oftentimes prophetic ministry takes place in a corporate setting like this. Пророческое служение может открыться в таком же вот собрании, как сейчас. Where a prophetic person might minister prophetically to the group. Где пророческий дар или пророк служит
среди такой группы. Or might minister and as he specifically gives words to individual people. Либо индивидуально дает слово к некоторым людям. How many of you been in that kind of a setting before? Кто из вас был на таком собрании когда-нибудь? Yes, okay. Да, вот такие you've had that experience. Вы yes. переживали такое, да? Okay. And then, of course, the other way it functions is person to person. А еще один функция такого, как бы вот это слово откровение, может служить один на один. But there are some things that will hinder a person from growing in prophetic ministry. Есть нечто, что мешает возрастанию в пророческом даре. And one of those things would be an initial bad experience. И одно из них это препятствие, может быть, это плохой опыт прошлого. So an example of a bad experience. Можно привести пример плохого как бы такого опыта. Would be like you received a word from someone and it was totally inaccurate. Вы получили, кто-то дал вам слово как бы от Бога, но оно абсолютно не имеет контекста и к вам вообще оно не имеет отношения. Someone prophesied over you and they weren't even close. Они говорили вам слово, но оно даже не было близко к тому, чтобы принять его, то есть оно не соответствует вам. And it would cause you then to question. И у вас очень много вопросов поднимается. Is this stuff real? А вообще-то, это вообще Бог говорит, это пророческое слово, это реальность или как? Is that person real or fake? Или же это ложный человек представляет собой пророка или нет? Or, или же, you may have experienced someone who used the prophetic to be controlling over you. А есть еще такие люди, которые используют пророческий дар, чтобы вас контролировать. Maybe trying to manipulate you. Неким таким манипуляционным словом, чтобы удерживать или направлять вас каким-то образом. I was in a meeting not long ago. Недавно я был на таком служении. I was one of two speakers. Я был один из двух гостей, которые были, ну, служили. I was the little guy. Я, конечно, был... как бы человек, который поменьше. And they had this international prophet as the other guy. А другой гость был такой видный интернационального служения человек. So I ministered and took my seat. Я как бы делился словом, потом служил и присел. And then he ministered. А он начал служить. And he was impressive. И действительно, он был весьма впечатляющим личностью, такой, впечатлял своим вообще вот таким движением откровения. But at the end of his ministry, но в конце, когда он завершал свое служение людям, he said, God told me, он начал говорить, Бог сказал мне, that there would be 50 people here tonight, что здесь, сегодня, в этом зале будет 50 человек, that would give me $1,000 each. Которые дадут каждый по $1,000. I'm sitting over here. Я сидел прямо вот здесь. And when he said that, когда он это сказал, I go, я сказал, And he says, where are they? Where are the 50? И он начал говорить, где эти 50 человек? Okay, there's one, there's вот two. Вот один, three. Вот два, вот три. He said, "Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! You heard from God." Ты слышал от Бога. Ты от Бога это услышал. And he said, "I heard 50. There's only 5 standing up. Where are you?" Oh, я слышал от Бога 50 человек, а только 5 поднялись. He got up to 30 people. Он дошел до 30 людей, которые уже. And he said, "We're going to wait." А потом он сказал, нам нужно будет ждать, где остальные 20. Because God told me, потому что Бог мне сказал, 50. 50 человек. Где вы 50 человек? And I watched him manipulate the people. И я смотрел, как он манипулировал мнением или чувствами людей. Until he got 50 people to stand up, пока он не заставил 50 человек стоять. And say they would give $1,000 и каждый из них должен был дать 50, по $1,000 каждый. That's $50,000. Это 50 тысяч долларов. Ой, вой, вой. And that
And on top of that, he got paid an honorarium. А еще ко всему ему дали благословение. And an additional love offering. И еще дополнительно был сбор любви. He went out of there with 60 grand. Он уехал оттуда 60 тысяч долларами. What about you? I got my love offering. А мне дали пожертвование любви, которое даже не вместился в мой карман. But if that had been someone's first experience, но у людей бывает это такое первое впечатление о пророческом служении. They would have said, "That's not good." И они бы сказали, это неправильно. Это I don't agree. Я не верю. This can't be of God. Это не может быть от Бога. And it could have kept them from pursuing prophetic ministry. И возможно, это застопорило их дальше двигаться в дарах, которые Бог дает, в пророческих дарах. A bad experience. Это плохой опыт. We can make some wrong conclusions because of a bad experience. I dropped it. Sorry. Oh no. Do we have a way of flipping something off? We need to. Lord, send Tatiana back to put this boy back in place. We'll figure it out in a minute. Okay. Он помолился, чтобы Татьяна поскорее вернулась. So. Итак. Another bad experience could be this. И еще одно негативный опыт, который может быть. You believe God wanted to use you to release a prophetic word. Бог хочет, вы думаете, что Бог хочет использовать вас для того, чтобы высвобождать пророческое слово? And so you wanted to hear from God? Вы хотите слышать от Бога? And you wanted to give a word? Вы хотите давать слово? So you thought you heard? Вы услышали, что как будто вы слышали от Бога? And you gave a word to someone? Вы его высвободили человеку? And they sat there and looked like this. Они смотрели на вас так. No. No. Нет. No. That's, нет, that's нет, not true. Это неправда. That can't be God. Это не может быть Богом. No, I've never done that. Я это никогда не делал, то, что ты no, говоришь. I don't have any interest in that. А мне это не интересно, что ты говоришь. And they just shot down everything you said. И все, что ты им сказал, они убивают на корню. And you walk away from that experience. И ты как думаешь, что тебя так Бог использовал, так ты откровение. Уходя от этого разговора, чувствуете, наверное, что-то я не так сделал, что-то неправильно со мной. Либо я не слышал Бога, либо я не знаю, как это сделать. Наверное, еще не совершенный для того, чтобы говорить. Много вопросов. Because we feel like we failed. Потому что мы почувствовали, что мы не были успешны at doing prophetic ministry. В этом служении. And there's a lot of people that can't handle that kind of sense of rejection or failure. Есть много людей, которые не могут переживать это чувство отвержения. And they'll just walk away from it. И они уходят от этого служения навсегда. Deciding either they're just not gifted. Либо они начинают думать, либо я не являюсь тут даровитым человеком. Or they could even decide this whole prophetic thing doesn't work. Либо они считают, что вот это пророческое движение этого абсолютно не действует на сегодняшний на ноль. Ну, то есть это And ничего. So there have been thousands of bad prophetic experiences. Было тысячи людей, которые проходят через этот негативный опыт переживания в пророческом служении. But just because there have been some bad experiences, но по причине негативного опыта, doesn't mean that prophetic ministry is wrong. Не означает, что пророческое служение является ложным. Just because someone has done it wrong, но по причине того, что кто-то сделал не так, как нужно, doesn't mean it's wrong.
не означает, что это неправильно. And so regardless of what others have done, независимо от того, что бы кто-то не сделал, чего-то не сделал, as the church, we want to come back together, но как тело Мессии мы должны соединиться вместе, вместе действовать, and learn to do it right. Чтобы научиться, как делать правильно, чтобы оно, это слово воспринималось. Let's do it right. Давайте будем делать правильно. Because the scripture says the prophetic gift is for today. Потому что слово говорит, что пророческое слово для сегодняшнего дня, для назидания общины. And so prophecy works. И пророческое слово действует. Just a moment ago, Natasha showed me a picture. Буквально минуту назад, или там, не минуту, а несколько мгновений назад, Наташа показала какую-то фотографию там. It was a little baby. Маленький ребенок. And we're not supposed to do this. Мы, конечно, это не делаем, как вот так, это всегда. But about a year and a half ago, но год с половиной назад, I prophesied that a member of her church was pregnant. Я пророчествовал члену их общины, что та девушка будет беременна. You're not supposed to do that. Yeah, вообще-то ты не должен это делать, конечно. But I saw her pregnant. Но я видел видение, что она беременна. And she already had two children. One, the oldest was 12. А старшего ребенка было 12. And they were like, no more. Они говорили, больше не надо, потому что их двое детей было уже. And so I said, well, maybe it means you're spiritually pregnant. А я так думаю, ну как бы так, возможно, ты духовно уже беременна. And so she said, maybe so. Она говорит, конечно же. Well, last September, прошлый сентябрь, when I was teaching at MJBI, вот когда вот в прошлом году, я когда учил я в библейском институте, her husband was in town, этой девушки муж был на повышении квалификации здесь в Одессе. Attended the MJBI class that night. И он как раз попал на наш класс в библейской школе. And he came up to me and said, "I need to talk to you." Он подошел ко мне и говорит, мне нужно поговорить с тобой. And I said, why? Я говорю ему так, чего это так? He said, my wife's pregnant. Я говорю, моя жена беременная. I didn't do it, I didn't do it. Я это не делал, это не я, это не я. And he says, no, but you prophesied that she would be. Конечно, это не ты, ты просто пророчествовал. I said, well, you got to know, I don't have the power to impregnate a woman with my word. Я сказал, послушай, дорогой, я не имею силы, чтобы женщина забеременела от моего слова. So that had to be God. Значит, это был Бог, который сказал, что она будет беременна. Ты в этом участвовал. And if you're going to prophesy someone's pregnant, но если вы будете пророчествовать, что кто-нибудь забеременеет, within 9 months, и в течение 9 месяцев, they'll know if you're prophetic or not. Я вам скажу, они точно узнают, пророк вы или нет. So, итак, I've been invited back. Ну, меня попросили уже еще раз вернуться. Наверное, там хотят много людей быть беременными. So let's do it right. Sorry. Давайте тогда будем, если будем делать что-то, будем делать правильно. And let's have a good prophetic experience. И будем переживать те пророческие опыты приобретать, которые положительны в нашей that жизни. Will then put us on a pathway, чтобы он нас направлял на тот путь, to learn more, чтобы мы учились больше and и сильнее и росли в этом. And to increase in it. И умножать это нужно. Because I believe God wants to restore the integrity of the prophetic ministry back to the church. Бог хочет вернуть уважение к пророческому служению обратно в тело Мессии. Амен. Амен. So is mine. Lord, have mercy. Господь, милость, яви свою. Оно просто все упало. Разорвалось. Где что? Я даже не знаю, куда мои записи ушли. По-русски не понимаю.
Jesus, help us. О, Иисус, помоги мне. Okay. I don't know where's mine either. Just give me a title and I'll go from there. What's the title? Oh my. О, Боже. О, Боже. Okay, what's the next title? Somebody tell me. Что там следующее было? Nobody. Okay, this is it. No, this is it. What does it say? Okay. No, keep going. А еще следующее. Go to the next unit. Go to the next unit. Следующий, следующий, следующий. Что дальше? Okay. This is The three pillars. Oh, давайте три. The three pillars of three pillars of prophetic ministry. Три столпа пророческого служения. Okay. And so the three pillars would be revelation and the person. Три этих столпа будет откровение и личность. Lord, how do you? I got double on my. Jesus. Are there any intercessors in the house? Есть ходатаи в доме. Молитвенники. Would you do your thing, please? Пожалуйста, пророческом даре, вернее, в молитвенном даре своем. Поработайте, мне нужно как бы найти, где мы находимся. Whew, it's getting hot in here. Жарко становится. Oh. Where am I? Где я нахожусь? It's Odessa, sorry. Odessa. It's messianic Jews. Опять мессианские евреи виноваты. Every time you come to minister to messianic Jews, каждый раз, когда ты приезжаешь massive служить, warfare. Служить мессианским евреям, попадаешь под массивную бомбардировку атак всевозможных. But I don't think I've ever had this kind of a blunder. Но как вот такое еще не попадал никогда. So it's got to be Valentine's fault. Это его вина. От этого справа, вернее, слева. I'm using up all my time just trying to find. Пытаюсь найти, использую свое время. Все бежит быстро. Okay. Okay, хорошо. First is. Первое. Does it say revelation in the church? Первое. Ну, чуть-чуть. Да. Подожди, подожди, не туда пошли. Чуть-чуть выше. Где эти колонны? Стол. Так, откровение и община, или церковь. Yes, it is church. Итак, мы продолжаем. Revelation and the church. Откровение и тело Мессии. Okay. Again. Итак, еще раз. Some churches have not welcomed prophetic ministry. Как я уже говорил, некоторые церкви и общины не воспринимают пророческие дары. And some prophetic people don't feel like they fit into the local church. Многие люди, которые имеют пророческие дары, не чувствуют себя частью той общины, где они находятся. And yet that's where prophetic ministry belongs. Но это то место, где пророческие дары и должны быть. In the church. В теле Мессии. Functioning within the body. Функционирующий в теле Мессии. Because the Bible says that the church is a body with many parts. Потому что Библия говорит о том, что тело Мессии с разными функциями, с разными членами. Many different parts. Многими различными членами. And each part has their place. Каждая часть должна функционировать в своем направлении. And so the prophetic has a place in the local church. И поэтому место для пророческого дара находится в теле Мессии. And so we need to understand, even if the prophetic person is more prophetically gifted than the pastor, мы должны понимать, если человек, который имеет дар пророчества, больше функционирует в своих дарах или более даровит, чем сам пастор в самом, ну, даре пророчества. There's still a place for that prophetic person in the church. Хочу сказать, что для такого человека тоже есть место в теле Мессии. Because just because you may be more prophetically gifted,
Независимо от того, что если ты более пророчески даровит, пастор, это не означает, что ты намного выше всех духовнее стал. Это не означает, что у тебя больше духовной власти, потому что у тебя, ты более даровит. Это означает, что тебе был дан очень сильный и как бы сказать, ответственный дар. And so prophetic people have to learn how to submit their gift to the church. Пророческие люди, которые с пророческим даром, должны научиться подчинить свой дар и свой характер в поместную общину. And to the leadership that God has placed in the church. И тому руководству, под которое Бог поставил их. There is a structure of leadership in the local church. Потому что в поместной общине существует градация управления и же власти, которую Бог поставил. There's presbyteros. Есть пресвитер, который говорит пастор. And there's episcopoi. И также есть епископы. And those are the only ruling leaders in the local church. Вот эти два функционирующих, управляющих дара, которые находятся в церкви, то есть управление. And so, whatever your gift is, и независимо от того дара, который у тебя есть, it needs to be used in submission to the leadership over the church. Должно быть использовано в подчинении руководству общины или церкви. And it can. И это должно быть так. And I was looking when we became known as a prophetic church. Когда нас начали уже ассоциироваться с пророческой церковью, I had all kinds of prophetic people begin я вам скажу, поприезжали разные пророки в нашу церковь. We became known as a John Paul Jackson church. Нам, когда уже люди начали говорить, о, это церковь Джон Пол Джексона. I had people that would drive an hour away to come to the church. Я имел людей, которые приезжали за несколько часов от нашей церкви, чтобы быть в нашей церкви. And some of them were great people. И некоторые из них были такие классные. Some of them were incredibly gifted people. И многие из них были очень даровитые. And some of them... Но некоторые из них... О, Боже! Some of them... Некоторые из них... Oh, that's why I took up golf. Я уже поэтому и начал играть в гольф. I'd write their names on a golf ball. Я писал их имена на мячике гольфа. И потом со всей силой, которая можно... They were some really troublemakers. Они те, которые больше всего приносили разного разделения, как проблематичны. I hear God, you don't. Я слышал Бога, что ты не. I should have a place and a position. У меня должна быть позиция, Бог сказал, чтобы ты меня поставил. God told me this, God told me that. Бог мне это сказал, Бог мне тот сказал. And we had to try to teach them that's not how it works. И мы пытались научить их, слушай, не так это должно действовать. Ты приехал и говоришь, мне нужна позиция. Regardless of your gift, you're not over the church. Независимо от твоего дара, ты не над церковью, ты не над управлением, ты подчиняешься в служении. And you are not the part, you're one part. Ты не являешься единственной частью, ты являешься частью всей структуры церкви. And so we have to help people who are incredibly gifted learn how to be part of the local church. Помочь таким людям, у которых есть грандиозный дар, стать частью поместной церкви и функционировать на созидание той церкви или общины. We have to learn to come into the church and be a servant. Мы должны научиться, чтобы мы присоединяемся к поместной общине и становимся там слугами. Because regardless of what our gift is, we're a servant first. Независимо от нашего дара, который мы имеем, в первую очередь мы призваны служить. And if we don't have a servant's heart, а если у нас нету сердца слуги, then it really doesn't matter what our gift is. И независимо, насколько удивительный твой дар. Because obviously we're not using it to serve the Lord. Потому что мы
несмотря на то, что у нас этот дар есть, мы не используем для служения Господу. We're using it to serve ourselves. Мы начинаем этим даром себя ублажать и служить себе самому. And that's not what the church is about. Но не в этом само тело Мессии. It's это не церковь. Is about. Это не царство so we Божие. Had a beginning level place of ministry for everyone. Поэтому у нас в церкви были такие начальные ступени служения для каждого человека, кто хочет стать частью поместной церкви. We called it porcelain ministry. Мы называли это служение сосудов. We've got some... Или же это чашечка, или там кувшинчик. We've got some rooms in the church that have some porcelain furniture in them. Porcelain. Okay. You know what porcelain is? I know, but I just didn't see that. У нас были такие комнаты в церкви, где там были именно вот сосуды, как горшочки, горшки. Ну, нет, там фаянс это такое. А? Я вот горшки просто из этого из глины. Okay. You can go clean the porcelain. Да, ты придешь, убираешь эти горшки, тарелки, начинаешь мыть, и все, как бы, детское служение. Yes? Да? Did they understand? Almost. Almost, yeah. And so if you want... I think I'm a better interpreter for this. If you want to serve the Lord... Если вы хотите служить Господу... You start where we need you. Вы начинаете служить там, где больше And if you're faithful there... Мы видим, чтобы вы служили. We'll promote you. А оттуда мы начинаем вас поднимать. Isn't that what Jesus said? Не правда ли это сказал Иисус? You're faithful with a little. Если ты верен в малом, then we'll entrust you with more. Тогда тебе доверится больше. And that's the way promotion happens. Так идет возрастание. You're faithful with what you've been assigned. Ты начинаешь быть верным в том, чему тебе приписали, сказали, ты что ты должен делать. And then you'll be promoted. А после этого тебе нужно начинает поднимать дальше в служении. And it keeps within all of us this servant heart. Внутри нас тогда поддерживается чувство слуги в нашем сердце. Because we never need to forget that we are first servants. Нам никогда нельзя забывать, что в первую очередь мы слуги. Servants of God. Слуги Господа. And servants in the house of the Lord. И также мы слуги в теле Мессии, то есть в доме Божьем. Revelation and the church. Откровение и церковь. But then there's the revelation and the man. Потом идет следующее это. Or the person. Столб это откровение и личность человека. Человек. Again, this is where we understand character is more important than gifting. В этот момент мы понимаем, что характер становится более важным, чем person or gift. It's more character is more important than the gift. Более важен, чем сам дар. And so sometimes it's hard for people to recognize that. Иногда это очень сложно даже воспринимать человеку, людям. But there has to be an increase in character development. Но должно быть изменение в характере, то есть возрастание в характере. Before people will receive from you. Перед тем, как люди вообще смогут что-либо принять от тебя, воспринимать от тебя, through ministry. Через твое служение. And you want to display some form of victory in your life. Ты должен показать какие-то победоносные части твоей жизни, над чем ты работал и где ты получил победу. In order to be considered by others as someone who they can trust to minister to them. Чтобы те, которые видели твою победу, могли сказать, я могу этому человеку доверить, потому что он прошел через какой-то опыт. And so character development is just basically allowing God to sanctify us. Утверждение или возрастание в характере это момент, где Бог хочет тебя освящать в твоем характере. And he has to take us out of us. Это должно как бы схватить тебя из самого тебя, как бы, and put him in us. И вложить его внутри нас. Yes? Said what John, меньше меня, больше тебя, под John the Baptizer словами. Said, I must decrease, he must increase. И мы видим, что Йоханан говорит, мне что нужно?
So it's like смиряться, то есть унижаться и ему возрастать. It's like carving a pumpkin. Это похоже, как будто ты вырезаешь тыкву, да, вот из внутренности. Have you ever carved a pumpkin? Кто из вас вообще издевался над тыквой? Cut the top off. Срезаешь ему верхушечку. And start digging out. И потом начинаешь это вытаскивать, что там эти семечки. Yeah. Yes. Да. You can make pumpkin pie with. А потом, если там это все, что ну красиво, там кто что можно кушать, начинаешь выскрябывать сильно, из него можно что-то сделать хорошее, например, тыквенный пирог. But the inside now of the pumpkin is empty. И все, что там в скорлупе тыква, она уже осталась. And you can put a candle in there. А потом ты начинаешь настолько издеваться, что ставишь туда свечку. Yeah. Well, it's. Let's see how we can help him on this. I'm not talking about making a demonic thing. Я не говорю, что мы в Хэллоуин играем. They used to just use them to be like. Candelabras, you know. Просто я хочу сказать, что в старину их использовали как светильник немножко. So I'm just старое время. Use an illustration. Take that out. Я просто говорю как иллюстрацию. Put the light in. Что ты все, что там это в тыкве, ты вытаскиваешь оттуда все, да? А потом делаешь дырочки, чтобы оно и ставишь свечку, чтобы оно тебе светило. So God begins the process when you say yes, Lord. Когда вы говорите да Богу, начинает свой процесс. He whacks your head off. А вам голову так чик, ну гордость имеется в виду, так подрезал немножко. And he starts carving you out of you, getting you out of you. А потом твое я начинает выскрябывать тебя. Ой, как неприятно. Yeah, anybody experienced that? Кто из вас переживал это, когда Бог? Oh God, that hurts. Твое я вытаскивает с тебя. Ой, Боже, нет, только не это, пожалуйста. He said, I got to get you out of you. И Бог говорит. Мне нужно тебя освободить от твоего я, so I can put me in you. Чтобы мое присутствие было в тебе. And, it's a process. Но это процесс. Yeah. And sometimes we walk through some difficult things in order for God to do that process. Мы иногда проходим очень сложный путь, чтобы Бог мог завершить этот процесс вытаскивания моего я и своего его внутри нас положить. And so character development takes time. И характер занимает время. То есть развить характер, сделать его богобоязненным, забирает очень много времени. But we must let God change our character. Но мы должны позволить Богу изменить нас. Because if prophetic people's character is not changed, потому что если пророческих дар в человеке и человек не изменил свой характер, we can easily fall back to the place where the church no longer accepts prophetic ministry. Тогда мы возвращаемся в ту территорию, в то время, где община либо тело Мессии отвергает такой дар, потому что дар не соответствует характеру. So the real you and me, настоящий я и вы, то есть мое я и вы, is not what just manifests on the day we attend church. Это не то проявление нас в день, когда мы посещаем служение. But it's who we are at our job. Это те, кто мы и каким мы являемся на своей работе. It's who we are in our marriage. Те, кто кем мы являемся, как мы себя проявляем в супружеских отношениях. It's who we are in our leisure time. И кто мы есть тогда, когда мы вообще отдыхаем, где-то в отпуске. It's who we are at home. Тех, кем мы являемся дома лично, в семье. And it's who we are when we're under great stress. И особенно, когда проявляется наше «я» в постоянном, либо очень тяжелом стрессе. Father. Боже мой. My program just
totally quit. Моя программа в компьютере сдалась. Jesus, this is crazy. It's prophetic. Lord, have mercy. О Господи, сделай милость мне. Help me, Jesus. Помоги мне, Иисус. Okay. So the issue of character. Вопрос характера. And then we have the issue of revelation and the gift itself. А потом сам дар. Последнее это где там эти наши столпы? And вот откровение и дар, третий столб. Oh, there's one more point I want to make about character. Хочу вернуться еще к характеру, один как раз момент. Let me make a few points. Несколько моментов. God is continually checking to see if you're ready to walk in the promotion. Запомните, что Бог всегда будет проверять вас на ответственность. Можете ли вы следовать своему дару, нет? The scripture says, God refined me like silver in a furnace. Писание говорит, что Бог переплавляет меня, как серебро в печи. Well, that's something you want to sign up for, isn't it? Кто из вас хочет таким быть пророческим даром, чтобы Бог постоянно вас переплавлял? Put me in the furnace, God. О Боже, в печь веди меня, пожалуйста. Refine me like silver. Переплавь меня, как серебро. David said, God extruded me. God stretched me. Давид выражается так, что Бог вывернул меня наизнанку. God will use the weakness. You got a better translation? God pressed me out. Наизнанку вывернул, что-то. То же самое. Пресс так, чтобы оно все с тебя вылезло. Ну, наизнанку вывернул, правильно? Нормально, все. God will use the weakness of others to reveal our weaknesses. Бог будет использовать слабости других, чтобы раскрыть наши слабости. Do you ever find yourself becoming regularly irritated with someone or something? Замечали ли вы за собой, что вас кто-то раздражает? Те, кто раздражается, либо так. Guess where the problem might just be. Как вы думаете, в ком проблемка? Что вы раздражаетесь, кто-то там раздражается. How many of you are married? Как много из вас замужем или женаты? Okay. Нормально. How many of you have mates who at times will do something that greatly irritates you? Как много из вас имеет супруга или вторую половинку, которая что-то такое сделает, и вы такие душил бы. Nobody's gonna confess. Look at this. Никто не хочет сказать, правильно? Кто будет исповедоваться? Да. That's понятно. That's because you're sitting by your mate, right? Конечно, потому что рядышком жена и так раз. Попробуй. Вот Наташа уже занесла меч над головой. How many times have you said, "Here we go again"? Сколько раз вы говорили, о, начинается, опять, давай. But have you ever stopped to think that? Maybe the problem is here. А может быть нужно было задуматься над тем, что может быть проблемка вот тут. Мое я? Не. Constant irritation is a good sign. Постоянная раздражительность какая-то. Это хороший знак, между прочим, особенно. That there's something in us that God is wanting to deal with. Что нечто особенное внутри нас, что Бог хочет немножко вырезать. А? Just think about it. Просто подумайте об этом. But here's the understanding. Но здесь вот есть понимание. If the higher the call of God on your life, чем выше призвание Бога в вашей жизни происходит. The deeper the valley you might have to walk through to get to it. Я вам скажу, чем выше Бог призывает вас двигаться в даре, тем
глубже и мрачнее долина смертной тени проходит. The greater the calling usually means greater crushing. Можно говорить, чем больше призвание, тем сильнейшее давление и сопротивление. Brokenness. Разбитость. Until we just become totally undone before God. До тех пор, пока мы скажем, все, не могу, so that God все. Can then form and fashion us the way desires. Тогда в этот момент Бог начинает потихоньку собирать тебя до кучи. Let's talk about the gift itself. Давайте поговорим о даре лично, вот о том даре, о котором мы говорим. Even though you may feel like you're greatly gifted, возможно, вы думаете, что вы очень так весьма были, ну как, одаренные. Our gifts are given to us in an infancy state. Что фактически этот дар, он все-таки в зародыше только начинается. In other words, there are no mature births. Нету такого рождения сразу взрослого человека, правда? Никто еще не рожал совсем взрослых. You didn't give birth to a 16-year-old. Никто из вас не давал, делал как бы. Не рождал уже 16-летних. Right. Правда, да? Ну, нормально. As painful as that may sound, it may have been easier, though. Ну, можно сказать, это довольно такие тяжелые как бы роды были бы. Да, но понятно, что никто еще не рожал так. I'm kidding. Ну, шучу, конечно. And so there's no, the gifts are not mature when we begin. Когда мы начинаем двигаться в любом даре, который у нас есть, они несовершенны. And so just like we have to grow in our character, we have to grow in our gift. Таким же образом, как мы должны вырастать в нашем характере, таким же образом мы должны расти в нашем даре. We don't know everything about our gifting when we start out. Мы не знаем абсолютно всего о нашем даре. And so we need help with our gift. Посему нам нужно иметь помощь со стороны о нашем даре, который у нас есть. That's why the church needs to teach on gifts. Поэтому задача верующих или общины, или церкви, учить о дарах, как они функционируют, how to grow in your gift. Как нужно расти в этих дарах. And so we need to learn that we ought to always be teachable. Нам нужно понять, что мы всегда должны быть учибельными, или как сказать, научаемы, обучаемы. We always. Кто за обучаемых? Окей, хорошо. We always ought to be learning. Мы всегда должны учиться. We need to grow in understanding our gift. Нам нужно даже понимать наш дар лично, вот что он имеет в себе, какой потенциал, вообще что это. As well as our communication skills. А дальше нам нужно научиться, как его этот дар высвободить, его, как с ним общаться, то есть как его использовать в отношениях. There are four aspects that need to be clear in order for people to take action on what we have said. Нам нужно вот из четыре функции люди с дарами должны прийти к этим пониманиям. The first one is the revelation itself. На первое это нужно понять откровение Божье о том даре, который у вас есть. In other words, the ability to hear God. Первое, как мы говорим, если пророчество, возможность услышать Божий голос. The ability to receive the revelation. Потом возможность его принять. Нужно его еще обдумать, его нужно принять как откровение. But second of all, there's the step of the interpretation. А потом нужно еще истолковать то, что ты услышал, получил, принял, еще истолковать, что оно значит. We've got to understand what God has said. И надо понимать, что Бог сказал лично. And very rarely does God just give us word-by-word dictation. И фактически очень редко бывает то, что Бог дает как диктант, слово в слово. Sometimes God will just give us one word. Иногда Господь может дать одно слово. Sometimes he'll give us a concept. А может дать концепцию того, чего нужно дать человеку. Sometimes he'll give us a picture. Возможно, Бог дать вам видение или картинку. And there's an issue of interpreting that revelation correctly. И на самом деле существует проблема, как его истолковать, это откровение. And so the next step is the application. А потом применение того, что ты истолковываешь. Who is this for? Для кого?
When should I give it? Когда? Where should I give this? Где? And so we need to understand the application of what God has given to us. Применение того, что Бог нам дал. Is this just a word for me? Либо это слово чисто для меня? Is it word for a friend? Для друга? Who is it for? Для кого, Господь? And then lastly is what we call the proclamation. И последнее, что мы называем провозглашение этого откровения. And the proclamation is how we communicate it then to the receiver. Что это означает? Как мы его предоставляем тому, кто должен его принять? Because we have to communicate it in a way that they understand it as best we understand God giving it. Чтобы они поняли так, как мы поняли то, что Бог нам дал для них передать. So when I give a word to children, когда я даю слово для детей, I've got to try to think like a child would think. Я должен как бы спуститься на этот уровень, как ребенок мог бы принять это. And use a child's vocabulary to communicate with the child. Иногда использовать детский речь детскую, чтобы они поняли, о чем я имею в виду. Whenever I give a word to a Ukrainian, для тех, кто в Украине живут, I've got to have an incredible interpreter. Мне нужно будет иметь нормального переводчика, that hears me correctly, который понимает меня нормально, and can put my English into your Russian, чтобы мог взять мой английский и перевести вам ваш нормальный русский. Because there's been many times I've shared a word. Потому что очень часто я делился словом от Бога. And the interpreter will give the word. И переводчик слово в слово переводил, and the receiver will go, а те, кому было слово, сказал, так смотрел на меня. That doesn't make any sense. Абсолютно билиберда. And so I say, well, what did you hear him say? И я начинал говорить, а что ты понял, что он тебе сказал? And the interpreter would tell me back what I said. А потом переводчик обратно переводит то, что он сказал, что тот понял, и мне обратно, что и через переводчика, что он понял. And I said, that's not what I said. А я говорю, это не то, что я сказал. And so we start all over. И мы начинаем все заново. Yeah. I finished a prophetic training seminar in a congregation in Israel. Я закончил один семинар в Израиле в одной из общин. And when I was out to, we went out to lunch with some of the people who were in the conference. Как всегда после конференции на обед повезли нас со всеми остальными. And so one of the young ladies asked the interpreter to ask me. Одна девушка, которая спросила переводчика, чтобы спросить меня. Why I believe that God didn't bring correction to people anymore. Вопрос такой, почему ты веришь, что Бог больше не дает слова обличения, то есть коррекцию, слова обличения больше. Бог не обличает сегодня. And I said, why would you believe that I would think God doesn't bring correction anymore? А я спросил, а с чего ты взяла, что я думаю, что Бог больше не обличает людей или как сказать, или коррекцию, не просит коррекцию в жизнь людей? She said, because that's what you taught in the seminar. Она говорит, так потому что ты это учил. And I said, I didn't teach that in the seminar. Я говорю, подожди, я об этом даже не учил. She said, well, that's what the interpreter said. А эта девушка говорит, так это переводчик же так сказал. And I thought, oh my gosh. Я говорю, ничего себе, Боже мой, что произошло? What else did she say that I didn't say? А что она еще этот переводчик сказал, а чего я еще не сказал? I haven't been invited back to that church. Я тебе скажу так, я после этого не был приглашен туда, в эту общину больше. Не знаю, что произошло. I don't know меня what больше туда не приглашают, другими словами. I don't know what the interpreter told them. Я не знаю, что переводчик им сказал. Maybe they preached their own message. А может быть, они начали проповедовать то, что не хотели проповедовать? Откуда я знаю? But the point is, we've got to proclaim correctly what God has said. Но я хочу сказать, как бы, чтобы вы поняли, мы должны донести то корректно, что Бог пытается сказать. And so we mature in that.
Нам нужно возрастать в этом. We grow in it. Мы растем в этом. We learn. Мы учимся. But we also practice. А также мы должны практиковать то слово, которое Бог дает. There's nothing wrong with practicing hearing God and sharing a word. Нет ничего плохого в том, чтобы практиковаться, слышать слово Божье и делиться с этим словом. We ought to be able to have relationships within the church. Нам нужно иметь такие отношения в общине. Where we can say, I'm learning to hear from God. Чтобы мы могли сказать, я учусь слышать от Бога то послание, которое хочу передавать людям. This is what I believe I've heard God say for you. И, например, вот что я верю, что Бог сказал мне, чтобы передать тебе. Do you receive that? Это можешь принять это? Это как бы правильно или это ты принимаешь это или нет? Do you believe that was a correct word? Веришь ли ты, что это было справедливое слово? And they can say, yes, that was a good word. Люди могут сказать, да, точно, это тоже от Господа. Or they can say, no, I don't think that applies. А некоторые скажут, подожди, абсолютно, не знаю, что ты говоришь. And then you just try again. Вам нужно опять начать еще заново. It's okay to fail. Нормально, когда мы мимо как бы в цели попадаем. As we're learning. Потому что мы учимся. And so we ought to have a safe environment to learn in. Посему нам нужно иметь безопасное такое место, где мы можем научиться и расти в этом. And as long as we stay humble, если мы будем смиренны и обучаемы, and know that we can increase in our gifting. И понимать, что мы можем вырасти и взраститься в нашем даровании. God will help us to grow in it. Тогда Бог поможет нам расти в этом. And so we believe that it's important to submit ourselves to teaching and training. Поэтому мы понимаем, что мы должны себя подчинить во времени для образования и обучения. It's important to always be teachable. Нам всегда важно быть обучаемым. Because we're always learning and growing. Потому что мы всегда растем, когда мы учимся. I'm 50 years old. Я лет столько. I've been in ministry for 39 years. 39 лет. I've seen a lot. Я довольно много что увидел. I've experienced a lot. Переживал сильно много. I'm a little older, a little wiser. Я стал немножко постарше и помудрее. But I don't know everything. Но я не знаю всего. I'm a little more cautious now. Я стал очень таким внимательным, как бы, ну, даже больше осторожным, да, можно сказать. Я очень осторожным стал. I'm a little more careful now. Я очень так аккуратно сейчас себя веду. But I'm still hungry. Но я до сих пор еще жажду. I'm still hungry. Я еще жажду о том, чтобы иметь больше откровений. Because there's so much more. Потому что там для меня собрано еще так много. God is so big. Бог настолько велик. God is so deep. И Он так глубок в своем познании. God is so profound. И может, вообще Его обнять, почувствовать, пережить невозможно всего. And I'm still in a place where I need my character to continuously be developed. А я вам скажу, я еще до сих пор нуждаюсь в том, чтобы мой характер еще развивался и становился лучшим. My wife now of 33 years. Of what? My wife, yeah. my spouse of 33 years, is the sweetest person I know. Я женат на своей любимой 33 года. She wasn't always that way. Она самая такая чудесная жена, но она не всегда была такой. And she'll tell you that. И она вам все же это скажет. See, she was a fighter. Она вообще как бы такой, как бы... Warrior, ну, fighter. Она как такой драчун. Yeah, yeah. Имеется в виду, что сильным характером. I was laid back. I was easy going. Я такой, что расслабон, такой, ладно, давай, ну что, так, тихонько. She felt like if there was a problem, just get it out, let's...
duke it out and get it over with. Она, если чувствует, какая-то проблема, говорит, так, надо с корнем ее вырвать прямо сейчас и быстро. I was like, а я говорю, подожди, давай расслабимся, что ты так наезжаешь? She just tackle it. Она сразу раз и схватила за быка за рога. And so over the years, и через время нашего совместной жизни, God has made her sweeter and sweeter. И Бог сделал ее более мягкой, еще мягче. She's еще so мягче. Sweet to people now. А сейчас она в таком расслабоне, такая с хорошим отношением с людьми. Someone will offend her. Если кто даже ее обидит, and she'll just love them and она bless говорит, them. Ничего, Господь тебя любит. I've just been amazed at her transformation. Я так удивился ее переменам, я вам скажу. So you need to pray for me. А теперь вам нужно молиться за меня. Because I used to be sweet. Я был таким сладеньким, хорошеньким, расслабоне все. I feel like I'm getting a little crusty in my А я чувствую, что я стал таким сухарем. It's like God help me. Я говорю, Господи, помоги мне. Because I'm discovering more about my character я that needs to be как бы, видеть changed in these latter years. Такие как бы, характерные перемены в последние годы моей жизни, что я удивляюсь сам себе. Because I want to be more like Jesus. Но я хочу все-таки быть похоже на Иисуса. Yeah. Because почему? Потому что there's a phrase that we say in the United States. Мы в Америке есть такая у нас поговорка такая. People don't care how much you know. Людям все равно, сколько ты знаешь. Until they know how much you care. До тех пор, пока они не узнают, как сильно много ты о них, как бы, когда тебе не, когда не все равно. Понимаете, да, чему? Людям все равно, когда ты знаешь много всего. Но до тех пор, пока они не начинают понимать, что тебе не все равно о них. People will respond to your character before they respond to your words. Чаще всего люди будут открыты к твоему характеру, то, кто ты есть, больше, чем к твоим словам, которые ты им даешь. So, Father, we ask for the manifestation. Отец, мы просим, чтобы ты делал свое проявление, свое выражал of the fruit of the Holy Spirit. Дары Святого Духа. Let your fruit be manifested. Пускай твой плод Святого Духа он проявляется среди твоего народа. Holy Spirit, help us. Дух Святой, помоги нам. Holy Spirit, Дух Святой, speak to us. Говори к нам. Holy Spirit, fill Дух Святой, us. Наполни нас. Fill us. Наполни нас. We still need so much help. Нам так много нужно Тебя. More of you and less of us. Больше Тебя, меньше меня. Refine us. Боже, расплавляй нас. Remake us. Вылепляй нас, то есть переделывай нас. Change us. Меняй нас. Holy Spirit, Дух Святой, teach us how to yield to you daily. Чтобы делать, научи нас, чтобы мы подчинялись тебе ежедневно. Capture our hearts. Возьми наше сердце. And produce in us the love of the Father. Делай в нас ту любовь Отца, которая нам нужна. Give us the Father's heart for others. Сделай в нас сердце Отца к людям, которые нужны нам. Help us to see others as Jesus saw them. Чтобы видеть глазами Иисуса, как Иисус видел этих людей. Fill us with compassion. Наполняй нас состраданием. Change us. Меняй нас. Change us. Меняй нас. Change us. Изменяй нас, Господь. We're nothing without you. Без Тебя мы ничто. We recognize it's not about us. И мы понимаем, что это не мы, кто личности такие красивые. It's not about our gift. И это не о нашем даре мы сейчас говорим. It's about the Father. Но сегодня мы говорим об Отце, который and His love. Имеет великую любовь к нам. And His plan. И Его планы к нам for people.
и к людям. God, we ask you to мы просим, Боже, change us. Изменяй нас. Make us vessels that сделай нас сосудами, carry your love as которые well будут as your нести truth. Твою любовь к другим. Tonight, if you just want to resubmit yourself to the ministry of the Holy Spirit, если вы хотите посвятить или перепосвятить свою жизнь, tonight, if you're saying, you know, I want God to change my character, Духа Святого и хотите, чтобы Бог менял ваш характер, I want less of me and more of Him. Если вы хотите, чтобы меньше было вас, а больше Его в вашей жизни, I'm just going to ask you to get up out of your seat and come down here to the front. Я бы попросил вас, чтобы вы встали из своих мест и тех, кому хочет переступить свою жизнь. And we just want to pray for you. Можете прийти вперед, и мы хотим помолиться за вас. Less of me and more of you. Меньше меня, но больше тебя, Господь. Less of me and more of you. Меньше меня, но больше тебя, Господь. О, Holy Spirit, we yield to you. Святой, мы подчиняемся себя тебе. We yield to you. Мы подчиняемся тебе. Without you, we're nothing. Без тебя мы никто, ничто. Without you, our gift is nothing. Без тебя наш дар ничто. So we want to declare, we want more of you. И мы хотим провозгласить, мы желаем больше тебя. More of you. Больше тебя. We give you more of us. И мы отдаем всего себя. Fill us. Наполни нас. Fill us. Наполни нас. We're willing to let go of that which you need to get rid of in us. Мы готовы отдать все то, что ты хочешь забрать и вырвать из нас то, что негативное. We let it go. Мы отпускаем. We let it go. Отпускаем. Take it away, God. Забери, Господь. I give it to you. Отдаю тебе. Take it away, God. Забери, Господь. Change me, God. Меняй меня, Господь. Change me, God. Меня, Господь, изменяй. Fill me, Holy Spirit. Наполни меня, Дух Святой. Come, Holy Spirit, Дух Святой, приди и наполни меня. I want more of you. Хочу больше тебя. Fill me, Holy Spirit. Наполни меня. Father, we pray for a fresh filling. За обновление, свежесть. A fresh baptism of your Holy Spirit. Свежее погружение в Дух Святой. God, it's about you, it's not about us. Это о тебе, Господь, только ты один достоин. It's your ministry, not our ministry. Это твое служение, а не наш дар просто. Only you, God, can change people. Ты делаешь эти работы. Lord, truth comes from your heart. И истина приходит от твоего сердца, Боже. Oh, salvation comes from you, O God. Спасение приходит от тебя. Deliverance comes from you. Свобода приходит от тебя. Lord, we ask you to release in us. Освобождай в нас. A fresh baptism of the Holy Spirit. Свежее покрещение Духом Святым. Now. Сейчас. Now. Сейчас. Now. Сейчас. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Come, Holy Spirit. Приди, Дух Святой. Come, Holy Spirit. Приди, Дух.